что, готов? Да. Тогда надо ехать. Так давай! Но прежде, Макс, я хочу тебе показать, что к нам приехало. Смотри. Смотри на эту коробку. Она к нам ехала, не знаю сколько, 3 года. Больше 2 точно. Знаешь, что в ней? Золотая кнопка YouTube. Давай, открывай, посмотрим. Смотри, она же вся в паутине. Просто такая коробка знакомая. Ух ты. А коробка была серая, это чёрная. Ух ты. Ух ты, Сьюзен Вачиски подписала, директор Ютуба. Это ж было очень давно. Да, я думаю, что это Сьюзен Вачиски тогда еще не работала директором Ютуба. Зато кнопочка, а? Смотри, мистер Макс. Вот сейчас возьмешь и будешь вытирать. 3 руки остались, не надо. Оно было даже классно. Но это не основное, что мы хотим сегодня показать. Сегодня мы едем покупать геймерский компьютер. И мы запускаем гейминг-канал. Класс! Ну что, поехали за компом! Ну что, Макс, ты видишь, куда мы пришли? Как называется тот магазин? Черный с белым. Гейм! Мы пришли, чтобы купить крутейший компьютер, геймерский, чтобы для вас снимать летсплей. Нет, тут что такое есть? Да, Макс, но это только для тебя. А чтобы ты своего Hello Neighbor показал другим людям, надо купить что-то покруче. Смотри, какие кресла. Смотри, какой компьютерный зал. Это вообще... А какая надовщица с ней прикольная. Смотри, Макс, сюда. Знаешь, что это такое? Части компьютера, как он работает. Да, это внутренности компьютера. У него даже водяное охлаждение. Но я не знал, я так догадался. Реально, Макс же привык, что планшетик, ноутбучик, все тоненькое и маленькое. А тут такая машина здоровенная. Вот клавиатура, смотри, какая она. Это кто-то что-то поворовали кнопки, прикинь? Не хватает кнопок, но она такая. Короче, вот эта вот машина, ну сейчас посмотрим. Мы идем что-то выбирать, поговорим. Может, что-то дешевле выберем, а может и этот. Мне что удивительно, кстати, я вот узнавал, что геймерские мышки, они все проводные. У меня уже 100 лет нет проводной машины, мышки. Все беспроводные, а тут, оказывается, с проводом надо. Как тебе? Удобно рука ложится? Вот. Это так, чтобы ты положил ее, и рука отдыхала. И просто водишь всей рукой, и пальчиками только тык-тык-тык-тык. Вау! Еще серединная кнопка есть. Да, еще и сбоку какие-то кнопки, видишь? И тут такое оно все прорезиненное, прикольное. А ну-ка, геймеры, подскажите, чего нам еще не хватает? Вот есть у нас компьютер, мышка. Это надо? Это вот это, экран. Есть от Xbox, который. От Xbox? А, типа будем носить туда-сюда и подключать то к Xbox, то к компьютеру, да? Новый надо покупать. Ну, наверное. Макс, клавиатура нужна. Один монитор. Это что, у Макса 3 монитора будет? Короче, я был самый крутой геймер. Не знаю, будешь ли ты крутой геймер, но компьютер у тебя будет точно крутой. Ну что, Макс, тебе это нравится? Идем спросим, есть ли в наличии. Это же супер дорогой. Но нам надо хороший, мощный, чтобы и играл, и еще и записывал видео. Давайте спросим у Спайдермена, где тут компьютеры выдают. Спайдермен, do you have this computer in stock? The main one in there? Yes. Give me 1 second, let me look for you. Yeah? Okay. Папа. Все, сейчас он скажет. Это моего Xbox. Это Gold даже, ничего себе. Суперские. У меня точно такой же, только черный. У тебя обычный, а это какие-то limited edition, видишь? Не просто так. Крупный? Нет. Ну и как будто бы. Пока нам ищут компьютер, давай посмотрим, какие клавиатуры есть. Вот это. Есть с зелеными кнопочками, с какими-то белыми. Это что, желтая подсветка? Только что была синяя. Она меняет. Она меняет цвет. Ха, Макс что нашел? Какая-то вообще разноцветная. Это что? Только это пустая. Это. Вот там, мне кажется, была самая крутая, что там стенд. Смотри, какой этот геймпад. Прозрачный полностью. Видно, что там внутри. Какие там микросхемы, детали какие-то, не знаю, там светодиоды.
Afterglow какой-то. Макс, там вынесли новый компьютер. У него коробочка выглядит чуть-чуть похуже, вот такая вот какая-то коричневая. Но он намного круче. Он такой, конфетка. Будет все на нем летать. Твой сосед реально летать научится на нем. Да? Test the keys, if you want, as well. Quite noisy. The noisy is best. Yes. Смотри, какая крутая. Разноцветная у тебя будет. Ты можешь настроить любой цвет здесь, клавиатура. Тяжелая такая. Okay. Короче, Макс, мои детские мечты сбываются в твоем детстве. Короче, когда я уже вырос, когда мне уже не надо игровой компьютер, он у меня появится. Ну, у нас, с Максом. А, знаешь, хочешь, что я скажу? Короче, вечером и по выходным будет играть Макс. Пока Макс будет в школе, я буду играть. Looks cool. RGB as well. Короче, Макс, нас тут разводят по полной. Нам вынесли монитор 27 дюймов. Ты какой здоровенный. Видишь? Это обалдеть. Я просто в шоке. Я сейчас тут сяду и упаду, короче. Окей, бибай. Берем? Хочу компьютер. Короче, монитор будет размером как ты. Смотри, The Choice of Champions, выбор чемпионов. Я даже перед каникулами спрашивал, когда будут летсплей, когда будут летсплей. Макс, я не знаю, когда будут летсплей, но компьютер у тебя будет уже сегодня. А вы хоть в игры играть умеете? Я нет. Макс меня будет учить, если что. Геймеровый. Я когда-то играл в Mortal Kombat, Need for Speed и в дальнобойщики. Я тебя научу, как открывать двери в соседей. А, еще я когда-то очень долго играл The Elder Scrolls of Morrowind. Какая-то бродилка такая прикольная. Ну что, мы купили? А теперь домой включать это все. Еле дотащил. Я не думал, что игрушки могут быть такие тяжелые. Папа, это не игрушка, это комп. Мой комп весит 2 килограмма. Этот, наверное, 22. Давай его распаковывать и собирать. Давай. Посмотри, какой он. О, это же нормальный компьютер. Не понял. Что это за градусники такие? Это что-то очень модное, не знаю. А что это за кнопка включения? В моем компьютере такого не было. Кто знает, что это? А ну-ка, быстро написали в комментах. Ага. О, красота. А у тебя есть такая вот бандура? Напиши мне. Та-дам! Только не урони сейчас. Хорошо. Видишь, что здесь? Пузыри воздушные. Обожаю это. Смотри, что нашел. Что ты там нашел? Подсветку компьютера. Ха? Так, колор. А, вот, меняются цвета, смотри. Тин-тин-тин-тин-тин-тун-тун-тун-тун-тун. Ого, вот это коврик. А? Ух ты, она обалденная. Она навьем пахнет. Ничем не пахнет. Как удобно. Да, она должна полностью у тебя лежать на мышке и отдыхать. Есть. Остаются считанные секунды до запуска суперканала. Мистер Макс Плей! Поехали? Ага. Акт первый. Я уже... На Xbox'е я уже прошел до акта третьего. Ага. Звук может быть сейчас не очень. Мы на Let's Play запишем нормальный звук системный. Ну что ж, мы запустили эту махину. Мы включили игру. Макс уже пробует управлять. Полную версию прохождения акта первого Hello Neighbor смотри на каком канале? Мистер Макс Плей!
Точно. Не забудь подписаться и ставить там всегда лайки. Ссылочка будет в описании под этим видео. Проходи, подписывайся. Начинаем! Пошли к соседу. Макс, пока ты будешь в школе, я буду иногда тебя подменять. Буду здесь гонять на крутых тачках. Может, даже руль куплю. Ха-ха, педаль.